Привет, друзья, с вами Артур. Привезли из Германии целый ящик разных плееров. Плеера новые, но плеерам уже лет по 15, по 20. Соответственно, не товарный вид у коробок, а те, которые без коробок, друг об друга чуть-чуть трутся. Поэтому на них могут быть вот такие незначительные какие-то царапины, хотя в целом плеера новые. Но продаем их как есть, будем считать как был. В общем, это у нас моделька CL207 от компании Kongli. Pocket Cassette Player. Автостоп механизм, даже сзади такая голограмма имеется. Привезли из Германии, плеера китайские, но рабочие. Кассета и батарейки используются сугубо для видеообзора, в комплект они не входят. Плей, перемотки, все работает. Есть встроенный динамик. Друзья, кассеты с музыкой для YouTube у меня нету, поэтому слушаем по несколько секунд, чтобы YouTube не заблочил видео. Так, давайте следующий проверим. Я одной рукой снимаю, другой делаю. Поэтому может быть чуть-чуть неаккуратно. Одной рукой не очень удобно это делать. Друзья, учитывайте, что плеерам уже очень много лет и, возможно, нужна замена пасиков. Да, вот в этом нужна замена пасиков. Хотя без кассеты крутит. А, стоп. Возможно, громкости. Кассету крутит. Да, нет, все нормально. Я громкость убавил, думал, что нету звука. Не на всех плеерах есть встроенные динамики. Это, кстати, Kongli. Я помню с детства еще эти плеера. Они именно делали с динамиками, за что типа все плеера этой компании и уважали. То есть Panasonic, Sony были очень дорогие. А такой плеер как бы плюс-минус бюджет еще позволял приобрести. В свое время они стоили в районе 10-15 долларов, до 20 ценник доходил, но тот доллар 20 лет назад и нынешний — это два разных доллара. То есть это то же самое, что сейчас бы примерно 50 долларов плеер такой бы стоил. В общем, оба плеера исправны, моделька у нас 207, отправляются в ящик на склад. Лайк за видеообзор, всего наилучшего, не кашляйте, не болейте, кому интересно, можете у нас прикупить. А моделек есть очень-очень много разных, некоторые есть с коробками и один, я так, наверное, его быстренько не найду, а вот, с тетрисом, первый раз я такое вижу. Ну, очень прикольные плеера. Всего наилучшего, с вами был Артур, остальные плеера будут отдельными видео.